проигрывает якутскому Мамонту 14-0. Да что же это такое? Это где это видано, а? Ты посмотри, ты посмотри, ты посмотри на них, а? Вы понимаете, с каким счетом мы проигрываем? Идиот, а? Один. 14-0, а? Свиньи сраные, ты еще на поле, еще и в раздевалке халя. Симулянты, симулянты. На, пей водички, свинья. Пошли вон все. Пошли вон отсюда, быстро. 14-0. Арбитра позовите мне, быстро. Здравствуйте. Здрасте. Проходите, садитесь. Да, спасибо, я постою. Вы вообще на табло смотрели? Смотрел. Вы понимаете, какой счет? Да, вы проигрываете. 14-0! 14-0! Нет, такого в истории Газмяса еще не было. В первом тайме так проиграть. Нет, вы больше такого не увидите, я вам обещаю. Не пропустите столько? Не пропустим. Я вам просто одно хочу сказать. Вы больше такого не увидите, я вам говорю. Что, вы мне хотите опять деньги предложить? Нет, не хочу вам деньги предложить. Не увидите вы больше этого, и все. Это почему? Почему? Да потому что ты надоел уже. Надоел! Ты сам себя вогнал в эту яму! Ты понял? Надоел ты мне уже! Я тебя убью! Мать! Свинья! Ну, да сюда, свисток свой суши, сейчас я тебя... Сдохни! От свистка до свистка. На, красную карточку! Пошел вон, Поля! Пошел вон! Офсайд! Офсайд! Да и чё, сейчас у нас 14-14 будет. Второй тайм.